33-летняя Мария Ивакова давно увлекается астрологией. Актриса не скрывает, что старается выстраивать свою жизнь и творческие планы, исходя из личного гороскопа. Звезда иногда делится астрологическими секретами с поклонниками. Сейчас артистка вместе с возлюбленным Никитой Ефремовым и друзьями, в числе которых Ирина Старшенбаум, отдыхает на Бали. Звездная компания наслаждается теплой погодой и спа-процедурами. Мария поделилась пикантным снимком в купальнике, который был сделан во время купания возле небольшого водопада. Завтра в ночь на 11 января произойдет первое лунное затмение в 2020 году. Своего максимума это природное явление достигнет к 23 часам 11 минутам. Астрологи настаивают, что лунные и солнечные затмения сильно влияют на эмоциональное состояние людей. Своим советом о том, как правильнее всего себя вести во время этого явления, поделилась Мария. Актриса заявила, что завтра планирует медитировать в местных ручьях. «Завтра все будет полнолуние и луну затменить. Я вам советую включить индийскую музыку и кружиться 20 минут вместо зарядки, толку не будет, зато разнообразие», — шутливо заметила Ивакова. Фолловеры-звезды поддержали ее высказывание. Многие признались, что ощущают на себе магнитные волны. Об этом сказала и коллега Марии, Любовь Толкалина, которая тоже свою жизнь тесно связывает с астрологией. «Да завтра жахнет», — сообщила экс-жена Егора Кончаловского. «Обожаю минутку астролога от Марии, что происходит в полнолуние. Я уже сегодня чувствую, что все нервное, невнимательность на дорогах красивая. Спасибо за рекомендацию, а я думаю, что так голова раскалывается, а тут полнолуние. Теперь ясно», — поделились фанаты. Недавно Мария устроила экстремальную фотосессию на фоне Бруклинского моста. Снимать девушку с опор строения пришлось местному полицейскому. Артистка раскрыла секрет быстрого похудения. Недавно Никита Ефремов признался, что не готов снова жениться, пока наследника звездной династии устраивает статус неженатого мужчины, несмотря на роман с Марией.